Я что вообще решила это записать? Вот есть YouTube, есть блогеры, которых смотрят. А я вот решила, а почему бы меня не посмотреть? А почему бы не подписаться на мой канал? Поставить лайк, рассказать друзьям, знакомым, ВКонтакте, Фейсбуке, в Одноклассниках, в Твиттере. А чё бы нет? Конечно, меня там нет. Почему вам не подписаться к Алинке на канал? Очень хороший канал, всем рекомендую. А чё, у всех блогеров есть просмотры, подписчики, у некоторых даже миллион. А почему бы мне? А почему бы мне не собрать миллион просмотров и подписчиков тоже? Ты можешь также с подругой и с другом посмотреть мое видео и подписаться к Наташке на канал, а почему бы и нет? Вот раз-два в неделю выходит видео на моем канале, очень хорошее видео, с хорошей картинкой, качественное. Все очень хорошо, да, вот так вот. Цвет выставлен хорошо, знаете, сколько готовимся к этому процессу. А что для вас? Все для вас, вот, пожалуйста, да. Камера, я здесь. И тебе хорошо, и мне хорошо. Знаете, мы тут с друзьями затронули одну тему. Как в такое тяжелое время экономить и хорошо жить, если ты привык жировать. А я вам скажу как. Как-как. Если ты чего-то хочешь, копи. Копи на самое нужное. Сложно, но можно. Остальное, значит, не сильно хочешь, переходишь. Вот я, например, хочу гардероб обновить, да и много чего вообще всего хочу. Ярослав компьютер хочет обновить, велосипед себе новый купить. Ну ничего, мы купим торжественное мероприятие, все у нас хорошо, живем и любим друг друга. Так что и вы подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, помогайте нам зарабатывать на торжественное мероприятие. Всех целуем, любим, пока. А почему бы не подписаться на мой канал? Очень хороший канал, всем рекомендую. Друзьям, близким, всем советуйте. Все, пока-пока. Скоро новое видео.